скончалась солистка Национального оркестра «Лаутарий» Лидия Бежинару, жена маэстро Николая Бадгроса. Ей было 68 лет. Печальную новость на своей странице в Фейсбуке сообщил гендиректор Национального дворца Андрей Лакоман. Певица умерла в больнице, где перенесла несколько операций. Лидия Бежинару родилась 3 мая 1953 года в селе Цеплешты Сынжирейского района. Была солисткой оркестра Чукрулия из Единец, Мугурел, а с 1978 года Лаутарий. В 1993 награждена медалью «Меритул Чивик». В 1971 году Лидия Бежинару вышла замуж за Николая Бадгроса. У них один ребенок – исполнитель народной музыки Корнел Бадгрос.